По вопросу использования принятой муниципальной собственности имущества районных городков сообщаем следующее. По улице Котовского, по бывшему военному городку, 7 объектов недвижимости у нас в данный момент сданы в аренду. 3 объекта реализованы с торгов из прогнозного плана. 1 объект сейчас находится у нас в прогнозном плане и запланирован в прогнозном плане на следующий год. И также еще один объект у нас в стадии формирования и дополнения прогнозный план ввиду наличия интересантов. И по остальным объектам ведется поиск инвесторов для дальнейшего их использования. На все готовы ответить на вопросы.